Я вам, короче, включать телефон, если мы выиграем эту игру, я носки скушаю на камеру. А ты уже ел когда-нибудь носки? Ел. Главное, понравилось или что? Чистый носок есть. Вкусненькая. Да, на самом деле, ой, ладно. Сейчас я сяду поудобнее. Я с тобой, брат. Ой-ой-ой, Алексей! Бучка ест нашего друга. Ой, там котла еще сюда тыпнули, он где-то здесь. Ёбаный твой Алексей рот. Так что, пойдемте пуш? Алексей! Опять Зевс меня в гости позвал, ё-моё! Пусть Зевс дефает, короче, а мы пойдем. Я могу подефить с травелами. Мы их четвером их отпиздим. Отпиздим, отпиздим, он съест носки. Постараться, просто съест. Он съест их. Да это и нормально. Чувствуете, у него уже истерический смех, он понимает, что мы не можем проебать. И пошел выбирать носки себе. У Пуджа 7 кхп уже. Да это похуй. Мне сейчас страшно. Смотри, я сюда. Какой же он жирный. Ладно, мурки, всем пока. Давай, Витян. Давай. Да, хорошая получилась, хорошая. Ну, чуть-чуть посложнее ее сделали. Витян придал мотивации и нормально. Ну да, да, да. Стандартно, смотри, сложно. Бля, что это за? О, я без байбек теперь. Хорошо игра. Серьезно? А, это они пробили. ЛЦ, ЛЦ, убить! Пожалуйста, как-нибудь поднять, что-нибудь сделать! Ну-ну-ну-ну-ну! Все, хорошо. Так не пробьют. Я, блядь, подхожу нахуй, сучара, блядь. Ёбаный в рот. Годы мои ебли, блядь. Привет, пидорюга, нахуй, ебаная. Да, это бэкдор уже. Это мои яички. Ладно, я не буду лететь. Ёбаный в рот, это было жестко. Я, кстати, ну ему, у меня ему память... лет 40, мне кажется, уже. У меня память плохая. Я, типа, живу с определенного момента просто. Типа, знаете, вот, допустим, живу с... Последнее, что помню, например, 2 года назад. Вот. Все остальное как бы не в курсе. Поэтому я, честно, не знаю, откуда Ванквиш, кто такой. Ну, много лет, наверное, да. Да. У меня форс есть, может развернуть. А я понял, просто разваливается. Да пусть они заберут этот. Давай хок их. Вот так вот, чух. Чух. Здорово, ебать! Фишки Dota 2, всем привет. НС, ну это фишечки надо. Это, да. Че, идем по мету? Да, гоу. Я сейчас линку еще прикуплюсь. Нет, это не мой. О боже, еще глиф, блять, боже, нахуй! Иди, блять, мадам. Вот теперь объясните мне, пожалуйста, по истечении 7 раундов, почему уважаемые Global Elite и петухи, блять, с орлами, почему я, ебучий Сильвер, на первом месте тащу это дерьмо все равно? Ты бомбы наставил. Никаких плантов я ебурил прямо, в, ну, вы поняли. Андрюх. У меня звезда! У меня звезда, я ветеран, блять! Чего, Андрей? Ладно, вообще да, действительно, это просто бомба. Ну давайте вы тоже не выебываетесь, нормально играть. Ctrl-C, Ctrl-V. Идеально, блять. Слышишь? Мне нравится, да? Как? Дресс, блять. Это дырка между ребят, прицела, да, она регулируется. Я уже отрегулировал дырку, все нормально. Я просто хотел выразить благодарность Алексею Соло Березни, сказать, что такие люди, как ты, рождаются нечасто. Хорошо.